Осенью ЦИК поднимет вопрос о разведении во времени двух будущих политических кампаний – президентская и парламентская 2019-2020 годов. При этом речь идет не о досрочных выборах, отметила Лидия Ермошина, а лишь о смещении сроков. Также глава Центра избиркома прокомментировала возможность подготовки к референдуму по внесению изменений в Конституцию. Этот вопрос открыт. Если он будет проводиться, то будет проводиться за счет внебюджетных средств. Сумма на референдум, как правило, небольшая. Это изготовление листовок и заработная плата участковых избирательных комиссий. Президент сам вправе принять решение о назначении референдума. Своим указом его назначает. Сроки здесь, реально за двухмесячные, за 70 дней, в общем-то, организовать референдум. В том случае, если будет ставиться вопрос о досрочном проведении выборов президента, то, конечно, этот вопрос будет решаться парламентом, потому что только они вправе назначить выборы. Если это будут иные выборы, выборы парламента, то это будет принимать решение глава государства. Об этом сегодня глава Центра избиркома заявила в кулуарах Палаты представителей. Сегодня здесь открылась весенняя сессия. В первый день работы депутаты рассмотрели 9 законопроектов. Они касаются транспорта, автомобильных дорог и производства органической продукции, а также международные договоры. Самые обсуждаемые из них – о присоединении Беларуси к соглашению Шанхайской организации сотрудничества. Главная цель документа – создание благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.